Жителей в этом доме нет, зато есть масса вопросов, требующих решения. Например, выбитые окна, в которые нет-нет, да кто-нибудь заберется. И потенциальная опасность различных происшествий с этим связанная. Это знаменитая казарма в Первом советском переулке. Она построена для рабочих предприятия фабриканта Робинека. Дом долго оставался жилым, но 2 года назад был полностью расселен. Люди получили новое жилье, и здание осталось пустовать. Что делать с бывшими казармами? Власти округа вместе с представителями депутатского корпуса решали в ходе комиссионного выезда. Здание расселено, все мы прекрасно видим, в каком состоянии оно сейчас находится, какие проблемы такое состояние вызывает. Мы беспокоимся о безопасности этого объекта и о возможных последствиях, которые такое состояние может повлечь для населения городского округа. Мы рассматриваем вопрос реконструкции данного объекта, потому что объект признан аварийным, подлежащим реконструкции. О концепции реконструкции можно будет разговаривать после того, как мы сформируем земельный участок под данным объектом, после того, как состоится его фактическое кадастрирование и оформление, и после того, как будет заключение экономическое, обосновывающее расходы. Вполне возможно, что уже в скором будущем здание обретет вторую жизнь, а уж какой она будет, покажет время. Лилия Тимиева, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.